Всем привет! Сайт Dombriage.ru. Сегодня вот такая интересная палитра нового артикула. Это майская поставка. Продолжаю вас с ней знакомить. Новый артикул сок. В составе 75% шерсть и 25% полиамида. 360 метров в 100 граммах. Это новый для нас артикул. Пряжа в бобине довольно сухая. Покажу вам, ниточка выглядит вот так. Смотана из трех нитей. Цвета интересные, все между собой сочетаются. Вот я связала образец, может быть, пожалуй, из этой гаммы немножко выходит голубой и виола, но вот остальные очень хорошо можно использовать в жаккарде. В бобине пряжа сухая, ниточка, я уже повторюсь, но после ВТО она подпушается, уплотняется, немножко подсаживается. Вот я вязала в две нити на четверке, но это мало. По-моему, лучше вязать на пятерке, чтобы было посвободнее, потому что она становится довольно плотной. Но если у вас есть в планах вязать носки, то это идеальный вариант, на мой взгляд, потому что как раз вот плотный будет очень хорошо. Если вязать верхнюю одежду, например, кардиган, то хотелось бы посвободнее. И мне кажется, будет великолепно смотреться более объемные косы. Я попробовала небольшие переплетения, но объемные будут просто круто. Ну и плюс ко всему, вот интересное сочетание для любителей жаккарда, лапапейсы. Мне кажется, тоже хороший вариант. Износостойкая пряжа и будет великолепно смотреться. Покажу вам еще раз оттенки, какие у нас есть, цвета. Все интересные. Посмотреть пряжу можно у нас на сайте в разделе «Либо новинки», либо «Пряжа шерсть». Желаю всем добра и приятного вязания!